Нормально? Разместились? Никто вас не обижает, все хорошо. Смотрите. У нас сегодня мастодонт на сцене. Очень опасный составчик. Ждем от вас реакции, поэтому вы как дома, все же, да? Вторая песня, все. Да уже полконцерта, все. Старая школа. Расплачиваюсь. Знаете, сейчас модно делать реюнионы. Вот у нас реюнион. Thank you.
собственный ритм. Твой, если б не было мечты, каким стал ли? Веранда, лето, кафе, кофе в руке, пустой портфель, но столько мыслей в голове, а в ее взгляде, как будто 25-й кадр, и лишних слов не говори, не надо. Моя Москва, спящих улиц, босса новая, это танец до утра, я приглашаю тебя снова. Моя Москва, пешком от станции до дома, это танец до утра, я приглашаю тебя. Осколки блеск, здесь есть кем засыпать, а просыпаться не с кем. И если честно, на небе ни одной звезды, пока не гаснут фонари, а сколько тайн хранят эти станции, где расстаются навсегда и встречаются чистопрудного льда. Кремля, моя Москва, внутри меня. Да, а то подсказка нужна, да, прям
Чувствую, что, знаешь, теряю хватку. Давно уже не поем. Старею.
Уже пора 10 лет на сцене, в юбилейный концерт, и погнали. Как Кобзон, да? Нормальное сравнение. Новомодное видение. Еще хочу дискотеку.
Саша просто писал плейлист, и я вглядываюсь. Что у тебя было по прописи? Почему? Потому? Там какая-то следующая песня. Вы ее знаете? Ну, я надеюсь. Помните? Там что-то вот про окружность, типа про голову. Вот. Наверное, самый классный наркотик, как бы там ни звучало. Но в целом очень хочется, чтобы